Еще есть история в 10-й песне, как была торговка фруктами, продавала яблоки. И в то время люди торговали, была система торговли по обмену, бартер. Кришна would have agreed in his hand to buy to exchange for the apples. Когда Кришна услышал, что женщина продает яблоки, он взял несколько зернышек, чтобы поменять их на яблоки. Пошел. Но когда он подошел к этой женщине, все зерна практически выпали у него из ладошки. Lady was so attracted to Krishna's beauty that she gave the apple. Но красота Кришны настолько пленила эту женщину, что она отдала ему яблоки просто так. And she looked back, what did she see? А когда она заглянула в свою корзину, что там она увидела? Her basket was full of. В ее корзине было много золотых яблок. The point is, we never lose in serving the Lord. То есть идея в том, что если вы слушаете Господа, что-то ему отдаете, вы никогда ничего не теряете.